Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и игра Car Mechanic Simulator 2018. Сейчас я решил снять еще одну серию, потом решил заняться немножко стримами, так что следите за новостями, будет объявлен стрим на этой неделе, будут другие игры еще. Так, мы закончили 17-е сюжетное задание. Сейчас посмотрим, что там ждет нас новое. Так, сейчас она прогрузится. Так, еще там я улучшу там навыки свои. Так, ладно, давай сейчас посмотрим. Так. Здесь немножечко я поиграл за кадром. Прокачал 10% скидку в магазинах. Улучшу было у нас 5. Надо как-то приближаться вот к этому. Так, ну ладно, это потом. Так, посмотрим, что у нас там по сюжету. Так, какой-то Эленти Колоп. Я тут вместе с приятелем обнаружил на свалке небольшую гоночную машину. Нам бы очень хотелось поучаствовать в трековых гонках, но чтобы осуществить мечту, наша игрушка должна ездить, и к тому же не лишь бы как. Важно, чтобы автомобиль был исправен, так что не переживай из-за внешнего вида. Так, внешний вид, я так понимаю, не важен, главное, чтобы она ездила. Ну, давайте посмотрим, что там за машина такая. Что выглядится? Фоу, классная тачка, да, ничего не скажешь. Крылья отсутствуют. Бампер отсутствует передний. Сзади что? Вроде все на месте, но так все такое ржавое. Да, машина, конечно, классная. Ну что, ладно, в принципе, так-то неплохой экземпляр нашли на свалке. Так, давай посмотрим, что там. О, так, сколько здесь много всего. Охренеть, не встать. Передний бампер, ну, два крыла, понятно. Заменить масло. Так, ты хоть родная заводишься? Нет, двигатель не заводится. Не понял. А что, движок сзади? Офигенно. Такая маленькая. Попробуй подберись. Так, ну давайте сделаем диагностику всего, что можно и нельзя. Так, свечи зажигания. 3 штуки только, да, на выброс. Модуль АБС 3-4%. Так, а на сколько допустимо? 100%. Значит, получается, модуль АБС и свечки, да? Получается так. Там еще и подвески что-то. Так, погнали. Давайте компрессию поменяем. Так, дальше погнали. Что у нас с топливной системой? Так, тоже все хорошо. Но я вижу вот ведущий мост. Что один, что другой, не очень раз что-то видно. Так, ладно. Ну, давайте по электрике посмотрим, что там у нас. Аккумулятор. Давайте сразу, может, его и заменим. Так, погнали. Аккумулятор. Он один единственный и неповторимый.
снимаем. Так, новое ставим. Двигатель все равно не заводится. Так, старое барахло. Так, ну что? Погнали на подъемничек. Чувствую, с тобой повозишься нормально так. Ту, блин, наперед, все. Что движок-то сзади? Так, ладно. Модуль ABS снимаем. О, там передняя подвеска просто в хлам. Там живого места нет. Так, что здесь у нас? Так. Получается. Шестицилиндровый у нас. Так. Так, катушки он ничего не выдал. Три свечи зажигания только. И автомат не поменяли уже. Да, это до хера. Вот какие свечки? А здесь какая была? Тут плохая, да? Так, это нормальная свечка. Значит, и катушка нормальная. Так, тебе свечка. Так, сейчас если, в принципе, свечек у меня, может, у нас заведется? Так. Так, английский. Так, свечи. Три штуки нам дано надо. Так, три штучки. Так, купили. И... Так, гидравлический блок и модуль ABS покупаем. Сейчас это все ставим барахло. Так, и мы, надеюсь, поедем. У меня такое ощущение, что остальное по подвеске что-то так. Двигатель-то вроде норм. Исправленную, ну, старую. Так, и свечки. Так, вставляем. Давай-ка, погнали. О, все. Двигатель все исправили. Сейчас проверим. А что, так я с капотом поеду открытым? Все закрылось. О, все, машинка заводится теперь. Классно. О, передние тормоза вообще никакущие. Задок. То же самое. Даже хуже, чем перед еще. Подвесочка. Да, ушатано. Ну, там видно.
Так, зад, конечно, получше, но тоже не очень. Так, 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 так. Ну, погнали разбираться, что с тобой. Давайте опять на подъемничек. Погнали. Так, что у нас осталось по запчастям? Конечно, можно модуль РБС попробовать отремонтировать. Стоимость ремонта 79 баксов, шанс 85%. А давайте отремонтируем. Да, все. Новенький модуль АБС. Зачем мы ставим? Покупали. Значит, там сейчас сюда положим. Мы модуль АБС отремонтируем. А теперь есть свой модуль запасной. Так, ну, сюда хоп. Так, остальное барахло мы продаем. Так, эту крышку надо оставить. Так, погнали разбирать это дерьмо. Так, что там вообще нашли детали? Нижний рычаг подвески, тормозные колодки, вентилятор. Да, много чего не нашлось. Ну, ладно. Сейчас будем смотреть и искать. Так, диск я чувствую хоть замену. Так, еще раскручиваем все. Так, тоже удобно под замену. О, красотища какая. Так, стабилизаторы. Так, рычаг сейчас снимем. Так, сайлентблок. Второй. Тоже дохлый. Дядь, и подрамник тоже дохлый. Так, левая тяга, наконечник. Вопрос. Вопрос однозначно менять, я чувствую. Так, тягу. Ротный кулак. Так, с этой стороны мы все раскручиваем. Так, вот мне интересно. Так, появилось вот это по резине от диска и покрышки. Два диска и две покрышки. Тоже все с этой стороны снимаем туда. Да, здесь все вообще по замену. Снимаем. Так, целим два. Так, тут это все дохлое, все дохленькое. Так, ну что, рулевая рейка, она тоже сдохла уже. Так, снимаем. Так, что? Подрамник тоже снимаем. Раз
гладиатор, ну не знаю. Это вроде ничего так выглядит. Так, смотрим, что у нас там появилось. О, какой перечень обновился, а? Так, деталь не найдена. Так, что там по задним у нас? Так, скорее всего, они тоже все под замену. Вот еще будет 4. И что есть? Тяги, наверное. Тоже надо под замену. Ладно, сейчас с передком разберемся и тогда будем задом заниматься. Так, ну что, погнали, что у нас к вам по запчастям. Так, диск. Так, диск. Так. Классик 13. Так, размер 205 на 40. 18 радиус. Так, вылет 0. Так, все хорошо. По стойкам, в принципе, все нормально. Так, ладно, погнали. Список очищен, интересно. Так, все. По тормозам. Так, два суппорта. Потом, что у нас по колодкам? Так, две пары колодок. Тормозной диск. Так, тоже два. Так, это все в норме, в норме. Так, стойка передней, так, ступица. Так, тоже две. Так, стойка переднего стабилизатора. Так, тоже две. По рычагам. Так, тоже два. Так, сайлентблоки. Я не знаю, тут хорошие, тут не очень. Я так понимаю, в рычагах. И там все это копейки. Так, сколько получается тогда? 4 с одной стороны, 4 с другой, значит. 8 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, наконечника, так, 2, тяги, так, 2, поворотный кулак, а, здесь тоже, ну, вот, а, так, тоже 2, так, передний стабилизатор, рулевая рейка и подрамник передний, а вот сколько запчастей. Офигеть можно. Так, погнали в магазин затариваться. О, какой список большой. Так, тормозной суппорт. А, так, две штуки, да? Тормозные колодки. Так, две пары. Есть. Так, вентилируемый тормозной диск. Так, тоже. Две штуки есть. Тормозам все, да, вроде. Погнали. Так, стойка впереди. Так, стойка впереди. А, это задняя. Вот, передняя. Так, тоже две штуки. Стойка переднего стабилизатора.
Так, какая нужна? А. Так, тут две штуки. Так, погнали дальше. Нижний рычаг подвески. Чек подвески какой? Так просто надо. Так, две штуки. Так, сайлентблок. Так, а купим 8 штук. Все, это $104 обошлось. Так, Так, наконечник. Вытянет. Так, две штуки. Так, сама рулевая тяга. Так. Так, рулевая тяга, так, две. Рейку одну. Хорошо, теперь скидка больше. Ничего, тратим денег на запчасти. Так. Так, наконечник купили, рулевую тягу купили. Так, передний поворотный кулак. Две штучки. Так, передний стабилизатор. Так, передний стабилизатор. Так, есть. Так, рейк мы купили. Ну и подрамник. Так, подрамник Б нужен, да? Б. Где ты, блин? А. А вот. Так, все, да, вроде бы. Подрамник передним П. Так, все, есть. Погнали все устанавливать. Так, подрамничек установили. Так, ручку ставим. Стабилизатор. Сказал стабилизатор. Так, есть. Ага, поворотный кулак. К нему рычажок с новыми сайлентблоками. Так, сайлентблок новый. Нульцевый. Так, сюда что у нас? Так, сайлентблок. Так, рулевую тягу новую. Вообще тут вся подвеска, вот вся. Вся новая. Так. Ну, там мойки, конечно, на старые поставим. Так, что здесь? Ага. Сколько стабилизаторов новые? Так, стойка. Да, ага. Так, ступицу. Ну, ступица, к сожалению, будет старая. Ну, она еще нормальная. Такая слегка поношенная. Так, подшипники. Нормальный, да? Так, интересный диск, новые колодки, новый суппорт. Все. Так, колпак ступицы. Так, колесо пока оставлено. С колесом мы пока не разобрались. Так, здесь что у нас? Сайлентблочек один. Так, поставили. Сайлентблок второй. Рулевая так тяга. Что? А, блок на поворотном поставить. Так, поставили рулевую тягу. Прикрутили. Так, переставим нижний рычаг подвески с новыми сайлентблоками. Ставим решение ставить, потому что он требует 100% ремонт. Потом еще будем разбирать. Хотя надо было посмотреть, сколько он там своим блоком ему надо было. По факту. Так, тормозной диск, колодки. Так, суппорт. Колеса. Так. Что-то здесь не собрал. А, вот. Передний морик.
Катализатора. Все, подвеска собрана. Мне вот интересно, так, задние колеса. Ощущение, что они только под замену. Посаду все купим. Смотрим. Погодите, суппорты тормоза. А, за это тоже дисковые тормоза. Так. Да, 4 диска и 4 покрышки спортивных. Так, идем в магазин. Так, 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 где у нас магазин резины. Так, спортивная покрышка. Что-то очень не люблю. А, вот покрышка спортивная. Так, 4 штуки. Размер 18. Так, 205 на 40, да? Охренеть, 2000 баксов. Да, 205 на 40. 18 размер, 4 штуки. Все, покупаем. Так, теперь диски. Диск Classic 13. Забьем классик 13. Так, ничего себе, просто вставка какая-то черная, 180, а это 20. Ну не простые, просим, да. Так, 4 штуки, размер 18, вылет диск 0, 500 баксов. Даже диски обошлись дешевле, чем сама резина. Так, идем. Так. Наш типа шиномонтаж. Так, разбортировать. Так, а что разбортировать? Я вообще не вижу смысла. То есть они и диски, и резину убиты. Собрать. Долго. О, нульцевая. Все, нульцевая. Так, в принципе, уже машина преображается. Поставим, вообще будет огонь. Так, забираем, ставим новое. Так, ну что, так, с этим мы разобрались. Все запчасти, вот эти барахляндии, мы продаем. Так, все, что состояние выше,
Упс. Упс. Куда мне эти колеса старые? Я походу ее продал, крышку моторного отсека. Ну ладно, придется покупать. Так, ладно, снять. Так, что нам осталось? Так, тормоза здесь сделать с целем блоки. Еще не найдено две ракеты. Две. Три. Четыре. Детали. Так, еще надо тут что менять. Ладно, погнали завтра разбирать. Вал, наверное, все отгнил. Не снимаем. Так, что с подшипниками, посмотрим. Так, с этим что у нас? Ага, во. Так, еще сами блоки. А молик мешает, да? Ну ладно. Так. Что здесь у нас тоже соленблок, соленблок разбитый, да? А верхний, кстати, короче, где? Еще верхний. Верхний нормально. Так. Так, нижний снимаем. Сейчас. Так, а здесь что, верхний? Ну, мне. Вот. Так, смотрим, что там у нас нарисовывается. Все, но две детали не найдены. Так, ладно. Покрышка, так это мы уже решили, а просто поставить осталось. Целим блок, ведущий мост, тормозный диск, колодки. Так, ладно, погнали. Что у нас тут? Так. Так, надо тут список очистить. Большущий, так. Погнали. Два тормозных суппорта. Потом два набора колодок. Так, тормозные диски 2. Так, ведущий мост 2. Так, соленблоки 4 штуки, да? 1, 2, 3, 4. Подшипники нормальные. Так, это все в норме. Погнали в магазин. Так, тормозная система, тормозной суппорт 2. Так, тормозные колодки тоже 2. Тормозной диск тоже 2. Так, мост. Так, мост ведущий, мост Б. Две штуки. Соленблоки 4 штуки. Так, соленблок 4.
Так, ставим все это барахло на место. Забыл. А надо подшипник поставить. Идущий мост. Все. И ставим новое колесо. Так, с остальным забрались. Так, теперь тут. Так, ставим рычаг нижний. Так, наборик. Готово. Так, подшипник. Подшипник поставлен. Так, ведущий мост. Мазной диск. Так, колодки новые. Суппорт. Колесо с новой резиной и новым диском. Так. Так, все собрали. Так, смотрим, что у нас тут. Две детали не найдены. Так, если он просит заменить масло, соответственно, значит, надо фильтр тоже поменять. Так, сейчас сольем масло туда. Давай булькайся сюда. Ставим на место. Так, где? Где он? Фильтр. Где? Масляный фильтр. Нет, не он. К сожалению, это не он. А что тогда еще там может быть? Так, ладно, опускаем. Театр нормальный. А что тогда еще там может быть? Может быть, салонный фильтр? Ой, салон. Воздушный. Ты открывайся ты. Скорее всего, надо есть. Крышка такая потертая. Да и бляха-муха. Ой, да. Смотрим. Ну да. Все так и есть. Так, воздушный. Так, воздушный фильтр покупаем. Крышка. Так, мне так чувствуется, придется купить вот эту штучку.
крышку моторного отсека, потому что я случайно ее продал. Так, ладно, погнали за частяк. Машина называется Эленти. Кузовные детали. Так, крышка двигателя. А, 100 баксов. Ерунда, мне 90 баксов. Так, мне нужен передний бампер. Так, есть. И крылья. Так, правая. И левая. Знаете, нулевую крышку. Так, номер, я понимаю, R04 или R... Так, мне нужен еще номерной знак. Так, а там какой? Номерной знак. Просто? Да. Просто номерной знак. Без ничего. Вот он, пустой. Так, R, 4, D, пробел, R, 4, G, 3. Чего? 900 баксов? Офигеть можно. Так, масло. Масло, мне нужно еще масло. Масло нужно. Ай, еще масло залить, так. Все. Залили масло. Закрывайся. Так, ну, в принципе, преобразилась машина, конечно. Ничего так. Так, смотрим. Так, все поменяли. По кузову все. Масло поменяли. И затратил. Восемь четыреста. Неплохо. Так, ну что-то завершаем заказ, получаем бабосики. Так, что-то у нас там вообще это продаем барахло. Так, откроем ящик, что там такое нам попалось.
Воспринимал коробка педаль, неплохо. Крышка воздушного фильтра. Так, мы это все отправляем на склад. Так, чик-чик-чик. Так, все. Отправили на склад. Так, ну что, закончили мы 18-е уже сюжетное задание. Так, маленько еще не натянули. Не апгрейды навыков. Ну ладно, в следующий раз, может быть, не на записи поиграю, что проапгрейжу. Так, ну что, следующее видео либо какое-то будет другое уже точно. Другая будет игра, либо какой-нибудь стримчик запишу. Так, ну что, на этом видос мы тогда закончим. Все, кто смотрел, спасибо за просмотр. Оставляем свои комментарии, ставим лайки. Обязательно подписываемся на канал. Все, всем пока-пока.